Предвыборная риторика становится все более сенсационной. В минувшие выходные Дональд Трамп неожиданно заявил, что его соперница в ходе предыдущих дебатов, возможно, была в состоянии наркотического опьянения. Республиканец предложил перед следующими дебатами проверить себя и Клинтон на предмет наличия наркотиков в организме. Сегодня это предложение Трампа прокомментировали в Белом доме. Вы хотите сказать, что кандидат, который в ходе первых двух раундов теледебатов непрерывно тянул носом, обвиняет другого кандидата в употреблении наркотиков? Любопытное развитие предвыборной гонки.